Фини, пацаны. Отлично. Хорошо. О, Петручу, класс. Так, кто у нас хорошо делает мельницу? Этот мельницу, не мельницу, а колесо. Муары. Ну, покажите. Смотрите, как Петручу делает. Лучше всех, блин. А ну. А ну. Нет, он лучше сделал. Кто? Кто? Педро. Петручу лучше всех. А ну, Петручу. Смотри. Так не надо дзюдо заниматься, чтобы лучше делать. А ну давай. Нет, он лучше. Лучше, у него ноги прямее, Денис. Нет. Вот Бутук так же делает. Миша, нет, чуть-чуть хуже. Хорошо, стоп, смотри. Разобрались по парам. Ливер. Забираешь своего друга. Показываешь, знаете, подножку. Во-первых, он руки вперед. Значит, раз, аккуратненько задний подножку. Я вот так.
спиной. Раз, два. И аккуратненько тогда. Это подхват. Еще раз. Другую ногу. Еще раз. Видите? Ногу в сторону. Вот. Что делаем? Отсюда. Поворачиваемся. Раз. Чуть-чуть. Подхват. Не надо. Вперед. Вы видели, как я показал? Значит, сюда. Здесь. Ай, боец. Посмотрите внимательно. Боец.
форму красивую. Синий кимоно. Почему синий делает кимоно? Это понятно, почему. Почему? Ну, в принципе, он прав, как бы. Есть телевидение, да? Кто получает много денег? У кого контракты больше? У футболистов. Те, кого больше показывают на телевизоре, у тех и контракты больше, денег больше. Сюда много показывают? Нет. Ну, почему?
он тебя не ударил? Где его? Ты останавливай схватку. Говори, вот здесь захват, этот, потихоньку. Делаю страховку.